Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня не хотел делать такое-то полевой записи, но пришлось. Такое мистическое событие. Вот я не знаю, как у вас, но у меня все время какие-то вот вещи эти происходят. Ну, какое-то проклятие, может, на мне. Куда ни сунься, все это... Все мистика везде. Ну и, значит, придется рассказать вам в таких полевых условиях. Каждый день стараюсь бегать с собаками на озеро. Здесь у нас где-то 2,5-3 километра от дома до озера. Ну вот, бежим сюда, собаки купаются, я, бывает, купаюсь, и бежим обратно. Ну так вот, сегодня бегу и нахожу на тропинке в лесу, где мы бегаем, вот такую монету. Такую вот рубль 1893 года. Александр. Ну, какой-то Александр. Тут не разберешь, какой. Вот. Может, узнаете нашего? Не вижу пока, что там немножко затерто. Вот такая прям свеженькая. Видно, что это что прям чищенная монета. Вот прям лежит на видном месте, на тропинке. Я ее, конечно, подобрал с удовольствием. Но в чем мистицизм этого момента? Вон собачки лают, значит, дела хорошие. Тимофей, тихо. Ну вот, больше года назад, в июле прошлого года, ну, также мы бежали с собаками. Бежали, прибежали, значит, на пруд, и мне навстречу ехали какие-то ребята на велосипедах, ну, с пруда, с удочками, рыбачки. Мы их встретили по дороге здесь, значит, свои дела сделали, побежали обратно. И вот в лесу на тропинке, вижу, лежит карась. Такой вот с ладошку, серебряный карасик. Я его... Ну, взял он, живой еще, бьется, но, видимо, вот у рыбачков выпал он из их пакета. Что-то мне так стало жалко этого карасика, не то что там пойти котам его отдать, а что-то я так представил, думаю, многие из нас не такие ли караси, вот выбросили нас в этот мир, и мы здесь вот точно так же рот открываем, а помочь-то нам некому. Ну, вот какая-то такая мысль у меня, там, может быть, глупая на ваше суждение. Но вот так родилось. И я, значит, взял его, дошел до дома и выпустил его. У меня есть бочка такая, ну, японская, деревянная, фураке, большая бочка. И там вода у меня налита. Я его туда выпустил. Думаю, ну, выживет так выживет. Если выживет, значит, его отвезу на озеро. И на следующий день мне было с утра на работу. И я, значит, этого карасика в бочке, смотрю, живой, в ведро. И, значит, по дороге на работу заехал к озеру, из которого он, можно сказать, родом, и выпустил его. Ну вот, все, в общем-то, все события, там, вроде как ничего мистического. Но эта монета лежит именно на, ну, не прямо там, сантиметр в сантиметр, но на том же месте, где и в прошлом году... Ой, Гир, ну что такое? Был этот карась. Ну, скажете, не связано. А я так думаю, это леший балуется. Вот это напоминает мне, потому что монета явно не из земли, а чистенькая такая. Прямо лежит у меня на виду. Ну вот, вот он, мистицизм в нашей жизни. Все, дорогие мои, вся история текущего дня на сегодняшний день. Спасибо, счастливо.